все возвратилось, я теперь ликую. Народ спасен, и смерти больше нет. Спасибо, мама, и я тебя целую за то, что появился я на свет. Я пуповина Бога, я целую. Хвала Спаситель, жизнь, любовь моя. Я пуповина, ангел ликую. Все прославляют нового царя. Вот эту я песню написал в том году. Вот. Здравствуйте, мои уважаемые интернет-слушатели. Пуповина опять вместе с вами. Вот. Так как меня особо видно не было, я просто занимаюсь. Я занимаюсь настройкой пианино, роялей. Делаю гармошки, гитару сделал под правую руку, вот, ну как бы вот собрался уже в Америку, вот у меня чемоданчик. А почему ты в Америку собрался? Ну мне просто интересно путешествовать. А деньги-то ведь есть? Туда надо... Туда же надо на самолете лететь, через океан. А может, вот, на пароходе? А это же интересно. Вот. Ну, на пароходе тоже, в общем-то. Ну, это как, в общем-то, получится. Вот, я занимаюсь, шитьем занимаюсь там, на машинке. Вот. Вот обувь. Делал вот так вот, написал иди. Вот, а если так будет, то деби. Ну, я букву Л добавил, получается дебил. А расшифруем так. Думайте, ищите Бога. Интересно, любите. Может, споешь еще что-нибудь? Ну вот. Ну, я христианскую песню, она мне нравится. Бог на небе, солнцу свет, где-то радугу развес, душу напитал небесным хлебом. Он нас любит бесконечно, он готовил небе вечно, он открыл земному сыну небо. Славлю, славлю я тебя, ты открылся мне, любя, от грехов освободил. Славлю, славлю я тебя, отдаю всего себя, ты мне двери в рай. Бог на небе, солнцу милость, где-то радуга явилась. Посмотри-ка, дождь пройдет. Его милость день за днем, нахожу везде во всем. И душа откликнулась хвалою. Славу, славу я тебя, ты открылся мне, любя. Еще типа рок-н-ролла. Thank you.
теперь на юг. Поэтому пою, что вижу и говорю. Вот, ну а потом, в общем-то, сейчас у нас было Евровидение. Мне понравился очень высокий уровень музыкантов, вообще всех, сколько, 26 стран, вот, мелодии очень сложные, вот, это надо очень много заниматься, ну, в общем-то, больше всего мне понравилось, конечно, Кончита, там, как вот перевели, это сосиска, ну, сосиска это та же самая пуповина. Вот, он в платье, ну, голосина у него, а у меня телевизор большой, а там видно, как каждый человек поет. Белорусы понравились, вот, ну, наши девочки тоже оригинально, интересно. Потом поляки тоже своеобразно так. Вот. Ну еще там многие, просто я не запомнил. Ну, Нидерланды хорошо, в общем-то. Вот. Ну и все. До свидания. До следующих встреч.